дом по улице Светлицкого, 27. Пятиэтажный кирпичный дом 1960 года постройки. Из-за близости с проспектом в квартирах может быть достаточно шумно. Во дворе присутствуют зеленые насаждения и есть места для отдыха. Состояние входа в парадное можно назвать удовлетворительным. Установлены домофоны. Есть и места для парковки, но их немного. Во дворе небольшая, частично новая детская площадка. Неподалеку супермаркет, школа, детский сад. В ближайших окрестностях находится озеро и парк. Дом в удовлетворительном состоянии.